Дорогие друзья, всем привет! Это новый видосик из рубрики «Реакция на Funny Moments». И сегодня, ребят, у меня, блин, отключили свет. Я думал, опять я пропущу обнову, и опять придется кому-то на моем канале записывать, обозревать новых бравлеров, там, бойца этого, новые режимы и прочее-прочее. Но, слава богу, мне свет подрубили. Я могу записать ролик, и сегодня еще будет видос на моем аккаунте без доната. Не пропустите. Ребятки, также сегодня еще будет стрим. Вот, это все, что я хотел сказать. А по поводу обновы, ну, об этом, наверное, попозже. Короче, давайте посмотрим новый видос на канале Тим. Тем временем, пока я еще не подготовил для видоса материал на проекте без доната. Че я такой красный, офигеть. Давайте вот так вот сделаем, так чуть-чуть посинее. Все, ребят, приятного просмотра. Если хоть один раз за выпуск улыбнешься или удивишься, прожимай лайк и подписывайся на канал. Всем приятного просмотра. Рекламная пауза. Поехали. Итак, поехали. Funny Moments. Лучшее, что смог подобрать Тим в новом материале, сейчас мы с вами увидим. Ух уж этот Карл, ребята, все научились ему вот это юзать кирку возле этого, возле текстуры. И теперь видите, что творит, да, он? Опа. Отлично, вообще сыграно. Заманил в себе в логово. Так. Перехват мяча. Бэм. Ёпта, нихера себе, блин. Я хочу это еще раз посмотреть. Я футбол не люблю, но вот это, это, блин, просто сверхразум. Пам, нахер. Вообще, молодец. Красава. Ну, это случайность, наверное. Ну, так забить гол, это, блин, конечно. Конечно, он их сейчас отымеет. Слушайте, под банкой. Концовочка. Ну, типа, я это и так понимал, что он их выиграет. Хочется такой момент, чтобы такой, вау, чё, не понимаю, как это произошло. Йо-хо-хо, вот это красиво было, вот это. А шо он? А, он просто возле мяча остановился. Так. По джину не... А как он не попал по джину? Так. Оу, щит, на одну корону, на одну звезду обыграли в конце, на последней секунде, блин. Так. Ай, бля. Ах ты ж, блин, ну он не ожидал, наверное. Естественно, он хотел забить. Блин, я думал, это у меня. Футбол этот, блин. Но без него никуда. Ноу! Слабенький момент с футболом. Так. 8 банок. Все-таки я добил в конце Пайпер. Бля, ну это... И они проиграют, смотрите. Охренеть просто! Трэш, смотрите, просто дроп уже долетает до сейфа, и бой окончен. Соси выкуси, отлично. Оп. Но это не тайминг, это случайность, мне кажется. О. Как он подпрыгнул, блин, я не понял. А, от этого Тары, да, от ульты Тары. Вот это бот разносит, да? Это как, я не знаю, всех уровней пройти за один раз. Господи, что происходит? Чё он не может ее убить? Он что, придурок? Как можно было ее... Он... Ну, это такая замануха, смотрите. Прикинуться мертвым, прикинуться АФКшером. Слабенький момент, но окей. Оп. Отлично, блин. Хорош, хорош.
Так. Вот этот в футболе, я вообще, я вот это не разбираюсь, не особо люблю его смотреть. Хороший перехват мяча. Не люблю футбол. Вы, думаю, знаете это. Все, что можно понять из Funny Moments, это то, что Холдик не любит футбол. Немножко подлагала голова, вам не показалось? Ноль банок, неужели? Ебите Митю, что происходит? Как 15 банок не выиграть чела с нулем? Что за подставные пои, я не понял, блин. Да неужели это реально? Без комментариев. Как они так играют, блин? Что примат с под бустом не смог Пайпер выиграть? Что вот эти два чела Пайпер не могли затащить? Ну тут типа вытащил не ту карту. 42% и 43%. Ну блин, он не виноват, ну камон. Не, ну конечно, если он видел, что там мина и пошел на нее, конечно, даун, ну. Все было спланировано. Ой, хорош. Winning. 9 хп, лол. Она же в дыму была, она должна была сдохнуть. Некотро лол. Где мяч? Футбол не люблю. А, я говорил об этом, да. Так. 10 банок. И все, ему капсда, да? А, он под бустом, я думаю, что так много этого урона. Хорош. Ну они затимились, что тут удивительного, капец. Ну я понимаю, как горит у примата, но это помойка ШД, что с нее взять? Так. А, я думал, еще концовка будет какая-то интересная. Тун-тун, на. И в концу... Фу, а концовочка вообще шикарная. Две цели... Одновременно, а потом... Ну как так, блин? Как они так делают? Мне нравятся люди, которые вот это называют... делают никнеймы у аккаунтов на этих... названием персонажей. Спайк, Кроу, вау. Ёханый бабай, блин, вот это... Супер фарт, блин. Нагибатор, блэд. Знаете, мне прикалывают моменты, когда мяч оказывается в воротах, но гол не засчитывается. И когда такие моменты, когда ну он как бы не должен забиваться, да, гол, но на каком-то там, я не знаю, миллиметре где-то мячик перекатится через линию и... Хорош. Не, блин, хорошая тактика вот это выкинуть мяч, ультануть и добить. Ну я футбол не люблю, потому что... мне почему-то неинтересно наблюдать с ним. Ну, естественно, я еще не умею играть. Блин, вот этот подсирайло джин. Сука, что за качество? Мои глаза. Они тимятся в футболе? Ля, что творит? Ля, просто. Вот это обманочка. Вот это пыль в глаза, понимаю. Ёпс. Хорош. Так. А, он в инвизе стоял. В этом прикол. Ну ладно. Оп. Он завис на бомбочке, да? И... А, я думал, он сдохнет. Бум. Не повезло.
Так. Такие стоят, типа, все в порядке, все под контролем. Как оно у него быстро откатилось? Хорош. Вот это моменты, вот эти моменты мне очень нравятся, такие. Камбэк, камбэк я называю. Даже не, не камбэк, как же их назвать? Ёханый бабай, сколько. Ну вот это читерная ульта Шелли, это... Как назвать вот этот момент, когда ты как бы уже проигрываешь, но на последней там секунде ты что-то там такое исполняешь, что... Просто глаза не верят происходящему, блин. Ну вы видели, да? Так. Какая-то каша пошла, я не понимаю, кто за кого, кто с кем. Кто против кого. Типа ворон. И там кто-то резница, да? Откуда он взялся, блин? Не, ну типа прикольно, да, но... Момент, когда 15 банок у Тимы и против одной Пайпер не могли выиграть, вот это было гораздо эпичнее. Вот тот момент мне больше всего понравился. И когда примат не смог убить Пайпер, блин, под бустом, камон. Я момент провтыкал. Оу, щит. Все? Ага. Ну, было парочку моментов, которые мне удивили. В целом, знаете, особенно с футболом, оно одно и то же для меня. Блин, вот эти голы, ну да, когда еще не середины, а почти от своих ворот мяч залетел, типа тоже прикольный момент. Но в целом, как бы уже, я не знаю, и комментировать-то нечего, оно практически одно и то же. Прям супер такого что-то невероятного нету новенького. Но в целом, моменты, как всегда, топчик. Тим шарит, Тим умеет, ему... Реально, классные моменты скидывают на почту и, блин, хорошие видосы получаются. Напишите в комментариях, какой больше всего момент понравился и ждите сегодня ролик про мой проект. Всем удачи, всем хорошего настроения, улыбайтесь, ребята, и не болейте. Скоро увидимся. Где мой переходик? Пока. Да ёпта, блин, переход, сука, блин. Давайте, пока.